Комфортная погода под стать стадиону. Меня зовут Георгий Черданцев, и сегодня вместе со мной работает Константин Генич. На ваших экранах английский футбол. Смотрим премьер-лигу. Манчестер Юнайтед сегодня играет против Арсенала. Нам с тобой опять повезло, работаем при полных трибунах, а значит, сразу же после стартового свистка на стадионе станет еще громче. Манчестер Юнайтед в следующем стартовом составе представлен на поле. Расстановка, казалось бы, предельно ясна. Однако трудно предугадать, что именно мы увидим сегодня на поле. Смотрим состав Арсенала. Судя по всему, сопернику придется постараться, чтобы взломать сегодня эту оборону. Что-что, обороняться-то команда умеет. Они не стесняются отходить назад большими силами. И если получится отправить одного-двух игроков в контратаку, то это их приоритетная тактика. Скорее всего, именно так команда сегодня и будет играть. Славная история Арсенала знает много моментов, о которых стоит рассказать. На чем остановимся сегодня? Ну, вот, например, Арсенал — первая в истории Англии команда, которая оформила кубковый дубль. Выиграли канониры в сезоне 92-93 Кубок Англии и Кубок Лиги. Причем в обоих финалах Арсенал играл против Шеффилд Уэнсдей, которые были тогда на подъеме. Особенно драматическим вышел финал Кубка Англии, в котором победу канонирам принес гол на 120-й минуте защитника Линнигана, который ранее в этой игре получил перелом носа, но поле все-таки не покинул. Рикошет и угловой будет. Центр штрафной, мяч с углового летит. Мяч покидает штрафную после углового. Хорошо блокирует удар. Бей! Гол! Мяч находит дорогу в ворота. Идеальный удар. Смотрим повтор гола. Потрясающая техника исполнения. Идеально выверенный удар с лета. Все сделано вовремя, с нужной силой и под верным углом. Арсенал вышел вперед, игра возобновляется. Виктор Линделев. Фред. Мактоминой. Хорошо сыграно в отборе, соперник остается без мяча. Нуну Таварыш. Арсенал в атаке. Отдает он передачу. Гранит Джак. Можно мяч в штрафную навесить. Гранит Джак. Неплохо сейчас Арсенал контролирует мяч. Отлично вратарь играет. Тащит он сложнейший мяч. Молодчина, голкипер выручает свою команду.